И наших сколько? 60, по-моему, да? Мы раскидывали на этот год. 45. 45, да? И на текущего, как им доводить? На текущего. А у них пока хватает. Мэр Магадана Юрий Гришан проверил, как проходит ремонт в школах. Городоначальник посетил 29-ю школу и эколого-биологический лицей. Со 2 августа начинается приемка общеобразовательных учреждений. По программе столицы на ремонт школ выделили 45 миллионов рублей. Почти 25 миллионов. Правительство Колымы предоставило на капремонт школы 29. Она является одной из самых больших в городе по числу учеников. Около 850. Работы в организациях нужно завершить до начала учебы. 25 по распоряжению губернатора, 45 по столице, это 70, и еще около 50 миллионов наших денег, это почти в 20 с лишним раза больше, чем выделялось на ремонт школ в прошлые годы. Но надо освоить, потому что во время проведения учебного процесса нельзя никаких работ проводить, ни сухих, ни мокрых, поэтому задача на подрядчиках очень серьезная. Нужно поменять окна, сделать межпанельные швы, оформить фасад. Внутри школы работает сам коллектив учреждения. Сотрудникам надо составить проектно-сметную документацию, чтобы установить оборудование в столовой. Также работы ведут в детских садах. Там приемка начнется в середине июля.